и всяка книга. Мы разберем припев. Начинаем с того, что мы стоим прямо, затем наши руки из такого положения идут к себе, затем возвращаются обратно. Затем они разводятся ударом в сторону и идут в такое положение. То есть еще раз. Раз, два, три. Далее у нас руки через круг приходят в такое положение. И в это время у нас поднимается правая нога. То есть еще раз, мы были здесь. Раз, два. Далее мы делаем кик правой ногой, затем перешагиваем. Медленно-медленно разворачиваемся сначала в левую сторону, затем резко возвращаемся в исходное положение. И давайте еще раз сначала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Далее мы переступаем сначала на левую ногу, зачем у нас остается правая нога. Вперед. Руки у нас на линии. Затем мы вводим корпус через небольшой удар назад и медленно опускаемся. Мы закончили здесь. Дальше у нас идет небольшой кивок головой наверх. Затем мы сводим наши руки в такое положение, вводим их вперед. В это время наши правые колени сгибаются, затем чуть назад и наверх. Затем мы возвращаемся, кидаем руки наверх и резко опускаемся вниз. То есть еще раз, вы были здесь. Раз, два, три, четыре. Затем мы снова подаем корпус вперед, и в это время наша левая рука идет к левому глазу. Затем мы ее оставляем и медленно возвращаемся в то же положение. Только не в плие, ноги на себе прямые. Давайте еще раз. Мы убрали корпус назад. Сделали кивок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше у нас идет следующее движение. Мы, получается, запускаем правую руку наверх, но она не уходит у нас дальше, чем правое плечо. Затем левую руку мы запускаем вверх, значительно выше, чем правую. Если мы правым, мы снова запускаем вверх, мы на этот раз намного выше поднимаем. То есть еще раз, что мы делаем руки? Раз, два, три. В это время наши ноги делают такие движения. Мы запускаем правую ногу сюда, делаем небольшой кружочек колена. То же самое происходит с левой ногой. То есть мы делаем небольшой кружочек, только к себе. И снова у нас повторяется кружок правого колена. То есть еще раз. Раз, два, три. Затем у нас идет небольшое приседание, начинается вторая часть. Давайте еще раз повторим первую часть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше у нас идет вторая часть. Мы оставляем правую ногу в сторону, и руки у нас будут замах в крест. Затем левая нога называется за правую, руки у нас опущены. Мы снова оставляем левую ногу. Левая рука у нас рисует небольшой кружочек, а правая выставляется наверх. И мы чуть разворачиваемся. То есть еще раз. Раз, два, три. Затем наша голова рисует небольшой кружочек. Сначала покажу ноги. Правая нога у нас выкидывается. Затем ставится в такое положение. То есть еще раз ноги здесь. Подгнем голову. Раз, два. То есть во время этих движений правая рука у нас постоянно наверху. Затем мы бьем правым локтем ладонь левой руки. Затем снова повторяем это движение, но в этот раз чуть сгибаемся. Затем руки у нас сводятся назад, а правая нога выставляется вперед. То есть еще раз. Мы были здесь. Раз, два, три, четыре, пять. Затем
Мы отставляем правую ногу и руками рисуем небольшой кружочек. И в это время левая нога заставляется вперед. Мы повторяем то же самое движение, что у нас было здесь, только в другую сторону. То есть еще раз давайте. Мы были здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сначала левая нога сгибается, затем мы выводим руки вверх и резкий сброс. Здесь у нас идет подъем через волну и резкий удар по груди. И руки у нас на нем раскрываются. То есть сейчас мы были здесь. Пам. Затем мы снова опускаем небольшую волну, в этот раз от корпуса. И этой волной у нас руки поднимаются, делаем небольшой удар, и мы отпрыгиваем. То есть сейчас мы были здесь. Раз. Два. Давайте повторим сначала второй части. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Дальше мы сгибаем корпус и делаем шаг на правую ногу. В это время у нас левая рука подлетает. То же самое мы повторяем в другую сторону. Тем то же самое, но уже с поднятым корпусом. То есть все, мы пришли. Раз, два, три. Затем у нас вот такие движения руками. То есть правая рука сначала к левому плечу, правому плечу, чуть ниже, выставляется сюда, делает небольшую петлю. То есть еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. И во время того, как правая рука у нас заворачивается, мы подставляем левую руку к лицу. И голова у нас повернута в левый угол. Затем мы медленно поворачиваем голову и отставляем руку. Давайте еще раз. Отсюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Давайте еще раз повторим сначала второй части. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два. Соединитесь раз по самому началу. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.